Разобрали двигатель BTX Trainer. Пробег пока неизвестен. Чуть позже уточню у владельца. Значит, клиент жаловался на появившийся стук в моторе. Значит, разобрали, вот что увидели. Такой вот уставший шатунчик. Износ нижней шейки, подшипника, пальца. Также верхняя шейка тоже изношена. На пальце есть выработка на поршневом. Сейчас покажу цилиндр. Вот размер поршня. Номинальный размер цилиндра 72. Видно, да, что здесь 7200, 7203. То есть у него есть присутствует эллипс в 3 сотки. И размер поршня 71-81, то есть очень сильный износ. 0,2 тепловой зазор, неудивительно, что там стук был, лязг, поэтому вот такие дела. Ну, все надо отмыть. Можно собирать моторчик будет. С новым шатуном, с новым поршнем, прокладочки, сальники и т.д. и т.п. Всем пока.